я у станции метро Новокузнецка. Сейчас я пойду в сторону Москва-реки пешочком. Какие тут интересные кустарнички. Такие, как клумбочки сделаны. Вот я иду в сторону Москва-реки и Красной площади. Пробки, пробки, пробки. Подворье патриарха Московского и всея Руси. Вот я где оказалась. Вот там я проезжала на трамвае. Виден купол храма Христа Спасителя. А это Васильевский спуск и впереди Красная площадь. Чё? Вот там я на трамвайчике ехала. Пробки. Пробки, все гудят, все стоят. Вот такие они московские пробки. Разъехаться никто. Не знаю, видно, не видно, но там прям такая конкретная пробочка. В сторону фабрики Красный Октябрь. Впереди, я не знаю, наверное, конечно, не видно, но там вот красненькое такое здание кирпичное. Там фабрика Красный Октябрь, я там гуляла по Патриаршему мосту. То есть вообще, в принципе, если вот здесь пройти, то совсем близко. По набережной намного дальше. Красная площадь впереди. Я сейчас буду подниматься вот по этой лестнице наверх, на мостик. И там будет очень красивый вид на Красную площадь. Я сейчас под мостом. Вот тут очень красивый вид на Зарядье и на Кремль, на Кремлевскую стену. Сейчас покажу. Красота. Ну, сверху, я так понимаю, что сверху еще красивее. Сейчас пойду наверх. Красивые здания. Отель Балчуг. Отель Балчуг – это вот это здание. Вот лестница, я сейчас по ней поднимусь на мостик. Вау, тут очень красиво. Красиво.
очень тут красиво. И Москва-Сити видно. Сильный ветер. Мне поэтому покачивается немножко камера. Извиняюсь. А это Заречье. Парящий мост. Вот он. Извиняюсь, что покачивается камера. Очень сильный ветер. Это смотровая площадка Заречье. Там люди ходят. Хорошо отсюда видно, как парящий мост парит над Москва-рекой. Ну, а это Красная проезжала. Храм Христа Спасителя. Красная площадь. Вот она. С этой стороны какая красивая. Со стороны моста со стороны Васильевского спуска и моста. Вау, красотень. Кстати говоря, я только что увидела, что на парящем мосту нет людей. Закрытым, видимо, каким-то причинам. Вот на нем совсем нет людей. Только вот на смотровой площадке. Иду я в обратную сторону. Станция метро Новокузнецкая. Здесь пробка, наверное, всегда.